Я Сергей Писаренко. Я Евгений. Я Евгений Никишин. Значит, ребята, я хочу сказать всем, кто не безразлично, кому не безразличны события, происходящие в Украине. Мы сейчас здесь. Мы видим все, как происходит на самом деле. Нельзя называть это операцией, это война. Самая настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Мы видели, как взорван роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. И надеяться и сохранять иллюзию, что бомбы летят в военные объекты, это самая большая ошибка. Погибают гражданские люди, невинные ни в чем дети. И посылают тоже на эту войну мальчишек, которые не готовы воевать по 18 лет. Поэтому остановить эту войну. Тем, кто может. Иначе не будет ни России, ни Украины. Срочно остановите всех, кто может. Призываем.